Привет, Вселенная! У нас сегодня 18 июня, 4:54 по калифорнийскому времени, и это я, Сергей Ульянов. Сегодня у нас unpacking новой почты, которую я получил от своего поручителя. Давайте узнаем, что там мне понаприходило. Достаточно много всего. Я, опять-таки, отчасти знаю, что там, потому что мне уже посбрасывали фотографии, но вам-то рассказать хочется, тем более, что есть как прокомментировать. В первую очередь, давайте посмотрим, это карточка кредитная, мне пришла кредитная карточка Bank of America. Вот так она выглядит. Так она выглядит, такая серенькая. На ней наклеечка о том, что... на том, что карточку нужно активировать. Я ее уже активировал. Сейчас снимем эту наклеечку. Я напомню, что это кредитная карта секьюрная. То бишь, я сам положил на нее сумму денег и сам буду ей пользоваться. Вот. Это сделано для того, чтобы проверить меня как нового клиента банка. И если я буду... те деньги, которые я положил на счет, возвращать вовремя и платить по ним процент вовремя, то через некоторое время, через 6-8 месяцев, я смогу открыть настоящую кредитную карту с небольшой суммой, но со временем эта сумма будет расти. Кстати говоря, я узнал о том, что существует несколько контор. Одна из них называется Experian, вторая... давайте посмотрим, как я вот только что гуглил. Вторая, TransUnion. Есть еще одна, третья. И вот есть сайт creditkarma.com. На нем туда ты вбиваешь свой SSN number, который я уже получил. И, кстати говоря, в... в одном из писем есть еще и моя... вот. Мне пришло письмо от Social Security Administration, и вот в нем мой долгожданный SSN, non-work. Сейчас я посмотрю, что нужно. Вообще, SSN — это очень... Так. Выглядит это вот так вот, просто вот такая вот карточка на листочке бумаги, вот. Показывать эти номера вообще никому нельзя, потому что бывали случаи, вот тут информация с задней стороны, как пользоваться этой карточкой, и тра-та-та. Social Security Number используется везде, и если ты... вообще, несколько месяцев назад, насколько я знаю, взломали какую-то систему, где находились адрес. Если, в общем, человек знает твой адрес и знает твой SSN number, он может понабирать кредитов на твой номер. Поэтому SSN number можно блокировать. Вот. И тут же сразу хочу сказать о том, что уже можно отслеживать свой credit score, да, вот о котором я говорил. Credit score, это, собственно, да, от него будет зависеть, какую сумму там тебе, на какую сумму тебя будут кредитовать в будущем. И в первое время, когда ты подаешься на разные карты, на много разных карт, потому что первый год там в Америке, да, у тебя, конечно, он очень падает, этот credit score, из-за того, что тебе там где-то, в общем, ты... вот я сейчас, например, подавался на Apple Card, и мне отказали. Видимо, это каким-то образом отразится на моем credit score. Я вот буду смотреть все эти сайты, потом сделаю для вас обзор. Тоже, что еще пришло? Еще мне пришла моя EBT-карта. Вот. Выглядит она вот так вот. Я на самом деле долго не мог понять, что такое Golden State Advantage. Пришлось гуглить. Оказалось, что это и есть та самая EBT-карта, на которую, если тебе акцептуют твою заявку, будут начисляться деньги, помощь от государства, если ты, у тебя низкий уровень заработной платы.
пока мне мою заявку не акцептовали, но при этом отправили, саму карточку отправили. Кстати, что интересно, в Америке пин-код от карточки приходит отдельно. То есть саму карту и пин-код от карты отправляют по отдельности в целях безопасности. Еще мне пришло неприятное. Пришла инструкция, как по карте. Целое здоровенное письмо. Что еще? Пришло неприятненькое письмо мне от DMV о том, что мне не хватает документов на то, чтобы получить свой ID. Вот. Так что буду завтра снова ехать. Я уже был так рад, что вот сейчас его получу, а вот не получил. И буду разбираться, что не так, что не хватает им. Буду рассказывать об этом, потому что на прошлой неделе проходил мимо бара, там такая играла классная живая музыка, я хотел туда зайти, и впервые в бар хотел зайти в Калифорнии, и меня туда не пустили, потому что у меня не было ID, нужно предоставлять свой ID, чтобы попасть в бар. И там сразу написано на входе о том, что нельзя, что они не принимают бумажки из DMV, фотографии, ID, ничего такого не принимают. Вот. И еще пришло одно неприятное письмо о том, что мне пока не... В общем, мне выдали страховку медицинскую, но я не могу выбрать свой... В общем, то есть у меня она только emergency, то есть в крайних случаях, когда ты находишься в больнице, то есть ты просто пойти к врачу не можешь. Я сейчас, у меня есть предположение, что это из-за того, что я предоставил, когда подавался на медстраховку, только одну форму I-94, но я знаю при этом людей, которые тоже подавались только с одной формы I-94, все получили. Мне вот как-то не очень сильно повезло, буду решать этот вопрос. Очень сильно переживал по поводу страховки, чтобы быстрее ее получить. Но вот как-то чё никак. Думал, что уже закончил с документами, а хрен тебе. Вот, и пришло еще одно письмецо. На этот раз уже из России. Вот, и я подозреваю, что там. Там, скорее всего, от моей подруги Маши, с которой мы уже успели за это время, точнее, она успела со мной уже поругаться и перестать разговаривать, пришло в очередной раз, кстати, а я с ней не ссорился, вот, пришел крем мне мой против псориаза Элидел, я просил ее купить, вот она мне приобрела. Очень ей благодарен, потому что очень действенное средство, не знаю, смогу ли я найти достойные аналоги. У меня, кстати, вот герпес появился впервые за несколько месяцев, очень рад, что не в детеншене он у меня произошел. Сейчас вот, кстати, выпил таблетки, которые мне дали из детеншена, они вроде помогают, то есть герпес вроде появился чуть-чуть, но уже заживает. Быстро достаточно. Главное вовремя выпить таблетки. Так что вот такие дела. Вот хорошие вещи. Это то, что SSN number пришел, кредитная карта моя пришла. Но есть и неприятные события. Конечно, то, что пока с медстраховкой такая вот ситуация, что не могу выбрать себе свой план. И ID. Буду решать этот вопрос. Я их дожму. Вот. Что еще важного могу сказать? Ну, в принципе, я думаю, что пока что все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам зашло это видео, задавайте вопросы. Мои соцсети внизу, донейшены внизу, если что.
Хорошего дня, на связи.